Здравствуйте. Сейчас мы будем снимать песенку The Maximum Stable вместе с Лизой. Привет. Все, начинаем. Врубай свою шарманку. Мы лошади-инвалиды. Она неадекватная. Вот вы просто посмотрите, с кем вы общаетесь. Сейчас все будет. Я как гений. Потому что нагавки надо надевать. Ага. Давай. Браво. Молодец. Вообще браво. Поняли, да? На корточках интересней. Ксюша, удачи. Отлично. Сейчас мы будем лицо Хорошо. А я думала, она на ногу, а ты ссадина. Ну блин, извиняй. Ты же лошадь, тебе же. Блин. У тебя видишь, не сходится. Ты живи с такими першаронами. Как делаешь с такими родителями? Все. Если меня победили родители. Что? О, боже. Неожиданно. Дай тебе спереди, пожалуйста. Давай. Господи, лошадь, что с тобой? У тебя хвост торчит. Так, всё. Пошли. Поехали. Сладость. Всё. Нет. Так, всё. Итак, Лиза, что вам предстоит? Взять интервью у кого? У Котюмей. Это очень интересно. Это очень интересно нашим зрителям. Давайте же пойдем. Так, вот она. Ого. Привет. Че надо? Пошел вон. Я не поняла, ты что, здесь еще что ли? Ну, не хотят говорить. Итак, сейчас мне предстоит очень сложное задание. Это попасть... Денег не открывает дверь. Она не хочет, чтобы я не попадала, но она говорит. Ксюша, тебе помочь? Это миссия для маленького, но очень горного орла. Орел, улети, давай. Сейчас мы находимся в летней конюшне. Это Лиза тащит вещички свои. Вот, собственно, это дневники. Мусорка сена. Это бокс. А это выход. Йоу, жми на рычаг, кролик. Это магия. Не тот рычаг, кроме. И ночь, собственно, это гостиница. А вон там живет Ксюша. Но я там как бы не постоянно живу, так что можете не приходить. Она тащит кучу вещей, я несу ничего, только 4 килограмма. Тут, короче, какой-то манеж, но он летний. Так что это сейчас не актуально. А вот это Лиза, и это актуально. Так, это конюшня. Это Лиза пытается погладить кусачью пони. Ой, мне нравится, смотри. Пойдем. А это огромный коридорище, по которому все люди как бы ходят. А мы вот видосы снимаем. Это кофе, где делают шаурму. Но сегодня не день
Это тетенька, которая делает шурму, она сказала, что она не может мне сделать шурму, у нее лаваш разваливается. Это шаг-машина. Сейчас мы в манеже. Это гранд манеж. Лиза, ваши впечатления? Атмосферно. Берем. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите ему лайк, а также подпишитесь на мой канал, вступите в мою группу, также подпишитесь на канал Лизы, вступите в ее группу. А еще я очень сильно вас прошу, пожалуйста, поддержите меня в одном конкурсе на комплект от технологий спорта в Maxima Stables. То есть вам нужно просто перейти по ссылке в описании и поставить фотографии лайк, и желательно сделать репост. Я буду вам очень благодарна, спасибо вам большое. С вами была я, Ксения Кузнецова, Лиза. И всем пока!